P2P арбитраж – это заработок на перепродаже криптовалюты. Трейдер покупает монеты по низкой цене, продает их дороже, а разницу, конечно, кладет в карман. Приветствую вас на канале, и в данном видео я покажу пошаговый разбор. Сегодня мы рассмотрим арбитражную связку Litecoin и USDT. Для того, чтобы быть в курсе всех новостей, подпишись на наш телеграм-канал. В нем вы можете найти для себя полезную информацию о арбитраже, а также разных связках на свой вкус. Мы будем рады всем новым подписчикам, и как только будет круглое количество на канале, выложим новую прибыльную связку. Для прокрута данной арбитражной связки мы будем использовать две платформы, которые представлены на CoinMarketCap. Итак, переходим к связке. Переходим в торговлю и на спотовый рынок. Ищем и выбираем торговую пару Litecoin USDT. Указываем количество USDT, в нашем случае для наглядности 12 тысяч долларов, и покупаем. Переходим в раздел финансового счета. Выбираем Litecoin и нажимаем вывод. Проверяем наличие монет и переходим на платформу. Если еще нет аккаунта, то регистрируемся. Если есть, входим. Переходим на платформу. Прежде чем начинать, обязательно убедитесь в том, что Litecoin стоит дороже, чем на Bybit. Стоимость Litecoin'а больше, разница и есть наш спред. Переходим на домашнюю страницу и нажимаем депозит. Вводим количество монет, которые купили ранее, и нажимаем Get Address. Копируем адрес и переходим на Bybit. Вставляем адрес, сеть выбрана Litecoin. Вводим количество и нажимаем вывод. Еще раз все проверяем. Проходим проверку безопасности. Средства ушли. Переходим на платформу. Средства обычно поступают в течение от 3 до 7 минут. Можно не ждать, а просто вернуться обратно. Средства уже отображаются на нашем балансе за вычетом комиссии за депозит. Перейдем во вкладку «Обмен». Выбираем, что мы отдаем Litecoin, а получаем USDT. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу, выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем TZR TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес. Для этого возвращаемся на Bybit. Заходим в кошелек финансового счета, выбираем USDT. Сеть выбираем аналогично TRC20. Копируем адрес и возвращаемся. Вставляем и отправляем. Средства ушли на Bybit. Вернемся на Bybit и перейдем в раздел транзакций. Видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила 1100 долларов.